Приветствую всех на своем канале. 18 февраля считается днем пельменей. И поэтому я на этой неделе буду готовить только пельмени. Они будут все разнообразные, вкусы абсолютно неожиданные. Сегодня день первый, и сегодня у нас пельмени брянские. Если вам понравится это видео и этот рецепт, не забудьте его оценить, поставьте лайк и напишите обязательно свое мнение. Итак, начнем. Для приготовления первых пельменей нам понадобится... Для теста вода, яйцо, мука, соль и немного растительного масла. И для фарша утиная мякоть, яблоко, лук, мята, соль, красный перец, а также одно можно яйцо добавить. Итак, начнем готовку с приготовления фарша. Для этого возьмем яблоко среднего размера, нам нужна только половинка или небольшое одно яблоко. Очищаем его от семян, кожуру я не срезаю в этом случае, там она не будет важна. Луковицу тоже берем небольшого размера, очищаем и нарезаем все это кубиками для мясорубки. Утиную мякоть берем ее вместе с кожей, кожу не снимаем, тоже нарезаем небольшими кусочками, чтобы было удобно крутить. А также у мяты оббираем листочки со стеблей, стебельки нам не понадобятся. Все перекручиваем на мясорубке в фарш. Теперь фарш солим и посыпаем красным молотым перцем. Все хорошо вымешиваем. Все, наш фарш готов, отставляем его в сторону. Замесим тесто. Для этого в миску наливаем воду, добавляем одно яйцо, соль. И постепенно начинаем вводить муку и замешиваем. Можно добавить, ну и я всегда добавляю, где-то 2 столовые ложки растительного масла. Мне тесто такое нравится гораздо больше. Все, вымешиваем крутое тесто на пельмени. И дальше все традиционно. Тесто раскатываем в тонкий пласт, вырезаем небольшие кружочки. Я для этого использую формочку для печенья, очень удобно. И лепим пельмени любой формы. Именно вот с формой пельменей я не стала заморачиваться, и всю неделю я пельмени лепила именно той формы, которую знаю я, и мне они удобны. Все, наши пельмени готовы. Воду доводим до кипения, солим ее и отвариваем пельмени. Как только они всплывут, они готовы. Подавать такие пельмени вкусно с томатным соусом и сметаной. Все очень просто, и в то же время все это очень вкусно и необычно. Если вам понравилось это видео и этот рецепт, не забудьте его оценить. Поставьте лайк и обязательно напишите свое мнение. А также не забывайте подписываться на мой канал. Видео у меня выходят постоянно. И напоминаю, впереди неделя пельменей. Всем приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!